Друзья, всем привет, на связи Дельта ТВ. У нас неделя штормовых ветров, дует восточный и юго-восточный сильный ветер. Вода то приходит, то уходит. Вот можете заметить по уровню воды. Здесь у нас такая поляна, ее затапливают, нет. В общем, едем домой, собрали лодки, едем домой, середина недели, сегодня среда. В общем, как-то вот так вот. В этом видео вы увидите первые дни нашей работы, то есть наши первые сдачи. Был сазан очень хорошо. Все те, кто не верил, что сазан может так заходить в наши тройки, милости просим, до конца смотрите. А всем тем, кто только-только меня видит и только-только узнает моей деятельности, хотелось бы вам повториться, что я изготавливаю секретарь на заказ. Все ссылки в описании есть. Также вы можете приехать вот сюда, на отдых. Здесь есть два свободных места. Но в том видео, в прежнем видео объясняю. Так что, друзья, не буду томить. Всем приятного просмотра. Погнали. Друзья, мы начали проверять, те секреты, которые поставили. Они перед нами стоят. Мы уже работаем. Рыбу, нет-нет, есть сазаны. Такие небольшие. Хорошие, сазаны. Самый раз, самый вкусный, ходовой товар. Самые селищи. Сейчас будем, смотреть, проверять, показывать, что вообще и как. Дует ветер северо-восточный, вода уходит вон. С двух ночей. Да, это рыба с двух ночей. Вода прозрачная, можете видеть. Это называется черная вода у нас. Там я вижу, сом стоит. Что там еще? Сейчас увидите. Будем поднимать. Сом. И еще что-то лежит там. Туда. Вон самы. Красноперка. Так. Берем проволоку. Будем отбивать травы. Натянули, забили. Все. И крыло. Крыло надо почистить, да. Трава. Бьешь. Ходит. Надо почистить все. Теперь следующая бочка. Опять вода прозрачная, все, видать, что-то у нас. Здесь что-то там жерех, по-моему. Жерех тут и амур, белый сазан. Белый амур, сазан. Так, для первого съема пойдет. Да, это сегодня первый съем, сегодня какой там сентября? 13 сентября. Первая сдача рыб будет.
Вот. Сколько сантиметров? 70, наверное, глубины. Все по правилам, на расстоянии все есть, крылья. Все, в общем, как должно быть. Ну, так потихоньку работаем. Все он работает, но там все лодки стоят. Кто где стоит. Опять другое крыло. Здесь у нас тоже трава. Трава, песок, зелень, видите, зеленый какой. Вот в той бочке вон жерех лежит, видно, в общем, рыбу. Здесь еще мелочь. Главное, не пустые. Да, главное, что рыба есть. Рыбка, рыбка. Рыба, рыба, рыба. Что у нас здесь? Мелочь. Мелочь, да. Ищи, караси. Маленький самёнок. Выкинуть его надо. Короче, бардак. Так, давайте самёнка достанем. Вот какой у нас вот сом. Сом. Так, это маленький тоже выкидываем. Вот самёнка. Маленький. Сразу можно отпустить вот так. Так вот. Насчет оттуги вот в действии, как вот когда проверяешь. Вот бутылка. Подняли. Мусор цепляет, так убрали. Карабин вот этот, который я говорил. Вот он. Цепляете вот так. Все. Чуть. Идете к оттуге вон туда, где завязано. Подходите, смотрите, чтобы все аккуратно развязалось быстро. Все, тянете, развязываете. Все, у вас получается веревка пошла своим ходом, потом потянете и все. Рыбу перевернули, там почистили, что хотели. Сделали все свои дела. Так, здесь вот. Мартыны уже позавтракали. Мартынам тоже есть надо. Мартынам раком надо кушать. Так.
Опять отбиваем так так. Рыбаки-спецы вот могут заметить, тут дырка вот есть внизу. Видите, вот подбор оттянут. Специально для мусора сделан, можно вываливать мусор. Это вам отец придумал систему. Не у всех есть, короче. А когда нет такой дырки, потом проблемно ее вываливать. Приходится резать, короче, все. А это тоже проблема. Так, получается, вы так отцепляете карабин. Убрали в сторону его. Все. Подтягивайте рукой. Любой ветер можно работать, любой, абсолютно. Все, обратно также натягивайте. Так вот. Чем сильнее, тем лучше, конечно. Натяжение. Вот так вот. Связали. Все. Все просто. Белый амур вон там. Красавец. Бык. Здоровый. Жирный он, наверное. Жирный, да. А лето, наверное, жир набрал. А, здесь жерех вот. Вот он. Жерех, сазан. Сазан. Так вот набираем. Вот видите, вот мартыны что сделали. Погрызли все. Пожрали его, сожрали его. Вот так мы его в серединку убираем. Все. Тут зелень вот. Ее надо убрать. Мы называем зелень, она просто зеленая такая, противная. Это, короче, тина. Все. Фильтр. Опять берем проволоку, все, начинаем отбивать все, ставим и так вот будем смотреть, у нас вот все так стоит, стоит, будем проверять, потом поедем на приемку, все проверим, первый день, все, погнали дальше. Так, вот сазан, считай. Друзья, сазан. Неплохой. Сом. Самишка. За кулаки его так берешь. Вот так вот. Все. Туда его, центральный. Вот у нас белый амур. Сказка просто. Аккуратно. Жерехи. Жерехи. Сазаны опять. Так. Вот поедет на проверку. Маленький какой-то. Так. Это, короче, черный рынок. Черный рынок это называется у нас. Нету. 40 нет, отпускаем. Отпускаем, все, живет. Еще следующий. Берем карабинчик опять. Цепляем.
Зелень, да? А? Вот да. Зелень. Шелковник, зелень. Уходит? Так уходит, да. Так вот. Скользь. А, крыло смотри. Крыло весь мусорное. Крыло весь зелень. Гордом? Да. Вот можно даже как бы смотреть, то есть вот смотреть сюда на крыло. Как там натянулось, нет? Побольше. Натянули. Сазан. Рыбка. Сазанчик был маленький вид. Вот такой вот сазанчик. Сазан или нет? Сазан. Вообще шуковник не был. Пока что он проходит. Пока что да. Крыло в зелени. Ну, чистить надо.
Маленький, да? Маленький. Так, они. Отпускаем сюда очка. Вперед. Так, это сон нормальный. Мирный? Мирный, да. Опять показываю, говорю про мерку. Вот. 60 сантиметров это сом. Так вот, ставим. Все, он больше проходит спокойно. Это получается 40 сазан, 37 это щука. Здесь у нас 17 это лещ. 24 это лещ, да. 24, здесь 17. Красноперка. Так, здесь тоже рыбка что-то стоит у нас какая-то. Все подряд. Да. Окунь. Весной окунь не было. Вообще не было. Мусор. Что-то дёргает. Такой же зелень, как там, да, правую так ставим. Уходит. Уходит, да. А вон там что-то гордо. Шортанная. Там во дворе, да. Вау, сказал как? Вон сказал. Пойди. Он стоит вот он. Видишь? А, вон сазан, да, плавает он. Гуляет во дворе. Заходит. Он может уйти, рано. Бучка тоже хорошо стоит. Там пуль.
так дорого это так-то? Щучка маленькая. Щучка. Вырыгал, да? Маленькая. Щучка. Короче, если вот такие рогалеты у нас есть в секрете, это значит, что бочек сом по-любому есть, потому что он как бакван, типа, наедается и рогает потом. Сом маленький вот. Где? Вон там. Ну да, вот на центральной бочке всегда вот у нас, на наших триках всегда есть бирка. Номер разрешения, фамилия, имя, отчество, ну, инициалы там. Вот. Это обязательно должно быть у каждого рыбака. По-любому. А то за это пишут штрафы. А кому нужны штрафы? Никому не нужны. Ну, допустим, там протокол по минималке, да, вот, могут написать. А юридическому лицу, на котором мы оформлены организации, прилетит ого-го, там, типа, около 150-200 тысяч, ну, спокойно. Так что, как бы, нас тоже не хвалит, если ничего этого нет, там, начальство. Организация. Да, вот шелковник в чистом виде. Вот он. Это он чистый шелковник. Вот. А то бывает еще такой, знаете, умерший такой какой-то. Это похоже, знаете, на что, если вы в ресторане ели, есть такие суши подают. Нори, не нори, а этот. Салат чука называется. Водоросли. Вот, с ореховым соусом подают. Этот на это похоже. Что-то типа того. Так, это, наверное, жерех. Да, ну там жерех. Где? А, вон плавает сазан, да. Хитрая рыба какая. Вот стоит он. Главное, чтобы не ушел. Не, он у той бочки стоит, надо его поднять все равно. Ну-ка. Сейчас мы затащим его сейчас. Вот это рыбка, сазан. Вот он. Вот сазан, считай. И он у нас не захочет. Не хочет заходить. Мы его сейчас вот так вот ищем. Короче, друзья, смотрите, тоже мало на них кто знает. Вот тут подборки проходят, тут можно вот так дырочку сделать, ну, именно где подбор, где ячея, и можно так руку просунуть. Вот такие моменты можно рыбу, в общем, вытащить, если она в бочку не заходит или там застряла как-то. Можно, в общем, стараться вытащить, так руку просовывать, цеплять ее вот так вот. И он в наших руках. Тут караще. Тоже мы сейчас его вытащим. Вот, смотрите, вот подбор проходит. Тут не чаще продета. Вот так берете. Не через еще, а прям между ячеей и подбором. Главное, башка, чтобы залезла. Так. Ой, блин. Обычно так щука мозги делает. Весной. Ушел, что ли? Ладно, короче.
главный сазан. Карасей же поймаем. Еще многие говорят, что типа ты, наверное, этот какую-то прикормку кладешь в секрета. Ну, чтобы рыба типа заходил. В общем, ну, люди многие не понимают, то, что как рыба попадается. Как вам объяснить-то? Никакой прикормки, в общем, нету, никакого секрета нету. То есть просто рыба, ну, приходит с моря, типа у нее есть приход. И в эти моменты как бы у нас стоят секрета. Все. Ну, система простая. Рыбу надо дождаться просто и все. Сами можете вот видеть, везде вот открытым вода. И ну, расстояния большие, как бы. Мы ставим наугад просто и все. Нет такого секрета там. Тут место такое, тут такое место. На удачу. На удачу, да. Вот именно на частине так вот, в море. А внутри, конечно, там вот где русло есть, перекрываешь. Вот. Где течение. На ход ставишь просто и все. У рыбы есть инстинкт, она всегда будет идти против течения. Так вот, сом. Мелкий, даже сантиметра не хватает, все. Вот, смотри, башка, вот это вот начало. И вот получается не до вот этого крыла должно, а вот до мяса. Если не хватает, то он не подходит, все. Отпускаем его. Сазаны очень красивые, как надо. Вот, четкие. Правильный сазан. А то бывают сазаны такие, вот такие, как карпообразные. Башка вроде сазанья, а он какой-то карпообразный. Вот. У нас еще вот бутылищ маленький, по-моему. 24, да? Есть. Есть. Ровно 24. Карась маленький. Где вот карась маленький, да. Сом. Щука. Так. Щук сом. Процент. Так, здесь у нас вот, видать, вода прозрачная, что-то вон. Щука, лещ. Сазан. Все видно. Сазан зацепился. Цепляет горбом своим. Сейчас мы. Гости. Все зацепились. Ну да, веревка вот что я там, вот она длинная, она так вот проходит. И вот она. Все, натянут он. Потом просто подтягиваете и все. Ну, в свое же место приходит. Так. Да, нужно просто понять принцип. Все, один раз просто понять и желание
Так. Все, подтягиваем. То есть, если вам надо остановить, ногой так прижали просто, и лодка становится. Можно все это приучиться. Никаких проблем. Мы вдвоем работаем, лишь люди одни работают вообще. Всегда работали одни и вот и работают. Осенью щука не в приоритете. Она, конечно, хорошо, да, чтобы она была. Просто она не икряная. Вот, друзья, последний порядок. Короче, вот эта здесь сторона чистая, блин. Может, заметить, до этого была грязь, там зелень. Эта сторона такая чистая, более-менее. Ну, крылья чище. Вот, и мы думаем, что будем с той стороны выдирать и сюда переставлять. Да здесь рыбу побольше, по-моему. Самое главное, что здесь зелени нету. Да, он, видите, как белеет даже вот эта бочка. Вон, видите, какая белая. Вот рыба все. Сейчас будем выдирать с той стороны. Вот, на черной воде, где прозрачная была. Будем ставить сюда. Здесь все, блин, белое вообще. Полный. Рыба уже умерла даже, можно сказать. Умерла, да. Жарко еще. Рыба умирает. Сазан. Все умерло. Умерло, вымерло. Так. Самое главное. Ой, это пропавший уже. Пропавший.
размер показываете. И то, что тут больше, резине. Где олень? Вот, вот, больше, да, здесь сколько есть? 17. Да. Hayır, iyi misin? Anladın mı? А? А? Не знаю. Thank you.
Все, друзья, давайте увидимся.